Сорт перца Ugandian Red. Хабанера Ugandian Red. Это еще одна разновидность хабанера из Уганды, в Африке. Очень интересный сорт. Очень необычный. Острота этого сорта от 300 до 400 тысяч единиц по шкале Сковеля. Срок созревания у него 100 дней. Очень интересные, очень красивые плоды. Высота куста может быть достигать метр, метр 10. Вот такой вот сорт интересный. У меня же он растет среди томатов. Вот такие вот плоды. Очень интересные, красивые. Срок созревания этих плодов 100 дней. Интересно, он созревает, как смотрите. От светло-зеленого до ярко-оранжевого. Потом становится красными. Очень вкусные плоды. Они имеют дымный аромат и с легкостью, легкий вкус цитрусовых. Сорт высокоурожайный, очень много плодов на нем. Вот начало сентября, я уже собираю первые плоды. Стрелки имеют длину от 4 до 5 сантиметров. Это растение многолетнее, его можно выращивать как в открытом грунте, так и на подоконнике, в теплицах. Растение неприхотливое, не любит частых поливов, так как все хабанеры растут в более засушливых районах и не привыкли к перевлажнению. Если его сильно переувлажнять, у плодов появится горечь, как у полыни. Так что сильно переувлажнять его нельзя. Очень хорошее и красивое растение. Очень вкусные плоды. Так что советую, выращивайте такой же сорт у себя дома. И всем удачи!